Слава Украине! Привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика. А наша любимая рубрика никогда в жизни не меняется. Это потери российско-фашистских войск в Украине. Пришли к нам с оружием убивать женщин и детей. И, как говорится, что-то у них с этим вопросом пошло не так. Давайте разберемся, где расисты огребали звездюлей на вчерашние сутки и посмотрим, сколько их было и чем это все для них закончилось. Прежде всего, Авдеевка. Они уже сами признают, что их атаки мясные, что они потеряли какое-то невероятное количество лишнего состава, и техники в том числе. И результаты, которых они добились, они неубедительны. И ну, им нужно еще, как они сами пишут, им еще нужно чуть ли не в два раза больше людей положить и техники с тем, чтобы добиться хотя бы чего-нибудь. То, что они сейчас продолжают делать, это посылать беспрерывно, посылать небольшие группы боевиков путинских, которые пытаются прорваться за железную дорогу там в районе Авдеевки. Ну, получается это у них через пень-колоду, точнее вообще не получается. И вот эти все группы там и остаются. Поле полностью усеяно трупами и разбитой техникой. На вот этом пресловутом телеконе они закрепиться не могут, только пытаются туда подняться, их там накрывает артиллерия, на этом все заканчивается. Они, уже никто никуда не идет, да. То есть под Авдеевкой у них успехов нет. В Луганской области успехов нет, тоже получали звездюлей. А вот в Запорожской области успех есть у нас. Тоже не надо понимать, что они там, я не знаю огромного количества нет. Это тактические успехи, где удалось пройти на 300 метров, где-то на 200 метров. Но тем не менее, тем не менее, практически там вот на всем протяжении вот этого выступа в сторону Такмука, что наши организовали, везде есть продвижение. Пускай небольшое, но есть. То есть там инициатива у нас, и у нас же инициатива в Херсонской области, где сами расисты признают, что наши за счет работы очень грамотная работа десанта и очень грамотная работа нашей дальнобойной артиллерии, которая на голову лучше, чем артиллерия у Соответственно, выбивают полностью их и они не могут, они не могут наших остановить. И в кое-каких местах наши от Днепра уже отдалились на 4 километра. То есть это много. Опять-таки, населенные пункты не буду называть, дабы не подставлять людей наших, но... Рашисты буквально уже с полдесятка населенных пунктов э, говорят о том, что где-то с полдесятка населенных пунктов как минимум наши освободили от них. Вот так вот. Да, но называть не будем, потому что нельзя, пусть один штаб не говорит. Да. За вчерашний день было укадропуплено 860 путерастов вооруженных. Посмотрите, немножечко не дотянули до 300 тысяч, поэтому шампанское оставляем в холодильниках до завтра. До завтра вынимаем шампанское из холодильника, Заглядываем в холодильник, в морозилку, а там Путин. Упс, да. Его никто, кстати, не видел. Вот Соловей сказал, что он загнулся. А где Путин после этого? Вот кто его видел за последние дни? Может быть, вот этот развал, кстати, в Дагестане, еще об этом надо подумать, да, с вами отдельно. Может, вот этот развал в Дагестане как раз и преддверие к развалу так называемой России после смерти Путина. А где Путин? Об этом известно только его патологоанатому и холодильнику. Да. Ну, такое дело. Дальше, смотрите, почти 300 тысяч, но еще не 300. Но уже в настоящий момент уже точно 300. Поэтому завтра будем это все дело отмечать. 299 тысяч, 940 вооруженных путинских бандитов отправились на концерт Иосифа Давыдовича Кобзона. Прямо на палубу крейсера Москва, который теперь, правильно, подводная лодка. Отлично, ребята, отлично идем. 15 танков за вчерашний день. Не только Авдеевка, там в разных местах. Там только он Т-90 замочили под Херсоном. Вместе с экипажами, с десантом сверху. Это было очень смешно. 5190 с начала войны. 17 броневиков. То есть 15 танков, 17 броневиков. Просто вычищают наши герои украинскую землю от этой нечисти. 9775 с начала полномасштабного вторжения фашистской России в Украину. Дальше. 14 артиллерийских систем у Кондропуплина. Они сейчас пушки свои начали оттягивать. Боятся. Боятся наших героев. 7202 с начала войны. И одно средство ПВО, как они говорят. ПВО. ПВО, насколько я знаю, контрапупнули его в Крыму. Там в Крыму вообще хорошо контрапупнули сегодня ночью. По лишнему составу прилетело, который находится в поселке Оленевка, там в западная часть Крыма, Тарханкут. Да, там говорят 17 раненых, непонятно сколько погибших. Ну, короче говоря, попадание ракеты было прямо в казарму, где и пребывали. Вчера был сбит еще один Су-25, соответственно, 321 самолет, 324 вертолета. Если вы спросите, а где Су-25 был сбит, а сбит он был прямо под Авдеевкой. Хорошо. Было уничтожено 20 беспилотников, 5419 всего, и также 23 грузовичка, на которых расисты что-то себе там пытались подвозить. Но что-то пошло не так. Грузовики сломались. Да. 9555 с начала российско-фашистского вторжения. Скоро будет уже, подойдем к 10 тысячам. И две единицы спецтехники. Таким образом, общее количество спецтехники, которые путерасты потерялись, потерялись с начала войны, составляет 1014 штук. В общем и целом, ситуация на фронте характеризуется тем, что идут, э, хотел сказать, бои местного значения. Нет. Они пытаются прорваться, это не во местного значения, но продвижения у сторон пока что нет. Ну, мы немножечко подвинули их в Запорожской области и немного улучшили свое положение на Плаздармах, не на Плаздарме, а на Плаздармах в Херсонской области. А также в Плавнях, там много островов. Там тоже у расистов все плохо. Вот. Ну а с тем, чтобы у рашистов было вообще все плохо, так нужно увеличивать, как говорится, количество лишнего состава и техники, которую мы отправили прямо в металлолом. А еще лучше в переплавку, короче говоря, вот туда. Чтобы у них все как корова языком слезала, тогда все будет Украина.